куда-то его. А тут просто так фильм идут, о, говорит, смотри, как он стоит. И такой следующий кадр продержал, такой, это там момента так прогорнул. Я такой на мою озвучку и стал когда поставить, типа, ну типа, привет. Ой, господи, какой же ёбаный фильм, просто такой сратый пиздец. Ну да. Самую лучшую сцену в книге и ту всрали, когда они, собственно говоря, взорвали эти две цистерны-то на стадионе. Они там просто по первоначальному плану, типа, у них все получилось, книги-то у них не получилось, нихуя ж. Бензин разлит. Эти постоянно бухают, говорю, какой-то, блядь, экранизация сталкера какого-то, они мобильника, блядь, тоже постоянно себя бухают, что-то. Вообще не так, вообще какого-то хуя в аэропорту все начинается. Хотя бы мелкие отсылочки-то остались по поводу этих двух баб, которые этот, он их там назвал, фея темная и фея светлая. Подростков-то и этого. И этот пресс-папье, которого он жене купил, хотя бы в фильм засунули. То, что все в аэропорту, это, да, Том вообще какой-то, блядь, кондуктор или хуй знает, кто он там, машинист в поезде, блядь, внезапно оказался. Пиздец. Что, какого-то хуя, он во Вьетнаме там, оказывается, служил. Короче, это пиздец, они фильм. Такой сранины я не ожидал, конечно, увидеть. Даже не знаю, досматривать его, не досматривать, что там они, как, не, наверное, досмотрю, как они там концовку еще, наверное, больше, чем в книге въебали. Ну, попробуй. Так, я на заводе, да, чуть-чуть. Ты во что играешь? Давай, тут, в японский Silent Hill, типа, анимешный. Причем еще фильм начинается, это титры там показывают аэропорт. Mm-hmm. Я думаю, нихуя они, блядь, прикольно сделали там. Чисто в начале книги только упоминалось, типа, книга, ну, книга с того началась, типа, то, что, типа, вот, взлетел самолет, типа, и, типа, это, наверное, был последний самолет, который взлетел, типа, никогда не приземлиться, потому что, типа, не висать, типа, теперь над землей чистые. Mm-hmm. Типа, что, не больше самолета не летает. И думаю, нихуя, как они решили подойти, типа, с этого показать. Нихуя, все в аэропорту и происходить начало, думаю. Это, да, понятно, да. Ясно, хуета. Алиса это тоже персонаж в книге как бы нормально, ну, к ней относишься. В фильме, блядь, она бесит меня, пиздец просто. Ой, блядь, нахуй это сделали, думаю. Как так-то, блядь? Как так-то? Как так могло получиться-то, я не могу, блядь? Даже не помню, кто его снимал. Ой, да какой-то чувак, вот там всего три фильма, что ли, снял, короче. Мне кажется, им с режиссером не очень понял. Да и сценарий, блядь, пиздец просто. Mm. Хотя я вот не верю, что сценарий такой хуёвый был. Мне кажется, там что-то по ходу пути порезали, там что-то убрали. Ну, он пиздец долгостроем был, его, блядь, хотели снимать хуй знает когда. Ну, вот, мне кажется, сериал неплохой бы получился, если все программатно сделать. Ну, да. Сезона так на 2, на 3 даже, возможно. Серии по 40 минут, если делать. Может даже на 4 сезона получилось. Там, по 15 серий, там по 10-15 серий. Так, ладно, тоже перекурю. Так.
сожрал все равно. Так, Амбек. Uh-huh. По работе еще позвонили тут. Так, сейчас я открою. Чтобы видеть, как тебя из кустов насилуют опять. Так, готов. Да не уа, блять, а. В миссию начинай. Ты же видел, да, во что я пошел играть? Нет. А, я в прототип первый хуярю. Чем бытик прошел? Нет, но, блин, 15 стримов подряд, я от нее немного устал. Но она слишком длинная, пиздец. Я потом к ней вернусь. Надо во что-нибудь тупое вот поиграть. Удачи. Да. Она кривая, что пиздец. Пердать будет горит, не слабо. Ну, на самом харде мне сразу не дали играть, только нормал открыт. Она и на нормале закрыла. Ну? Пока что норм. Ну, от начала, естественно. Fucking fuck. Мы говорим fuck. Почему он сказал I can't remember, а не I can't fucking remember? Там он везде слово fuck давайте ставить. Они просто как будто реально этим выпендривались, как можно больше слова fuck хуярили здесь. Вот смотри, Black Watch черный смотрит. Черные часы. Так они вставляли, потому что и так уже рейтинг R, что они теряют. Оскорбительные, ну, да, ремарки. Смотри, чувак без руки. В голубой зоне. Дохуя людей, чё за голубая зона? Чё, пидоры они все. Да вообще, блядь. Но пиздец смешно, когда ты бежишь, это сбиваешь людей, они как домино складываются просто. Превратить модель... бабку будет еще смешно. Да вот ходи, бабку найти не могу никак. Не, и он тоже уже сказал, давай хотя бы в бабку превратись. Кодовое имя Зевс, и ох, блядь, на сортире я тот еще Зевс. Я ваш мужик, сэр. I'm your man. Я ваш мужик, он такой, блядь, не подкатывай ко мне. На сорабу, иди в голубую зону, пидор. Бля, пока не привык еще к управлению, много летать нормально не уме... ну, не могу парить, точнее. Так, и я бегу в голубую зону. Ну что ж, я готовился к этому с рождения. It's okay to be gay. Беспалевно сбиваю пешеходов. И я, словно ассасин, смотрю с высокого здания на еще более высокое здание. Да. Интересно, какой... А он сверху так бы тебя бахнулся. Мне нравится эти моменты. Хорошо, что он тут не зациклен, то есть, потому что, блядь, с него убежать вообще невозможно.
как он руки вверх поднимает, как я сру тогда мне дать. Руки вверх просто поднимает, когда прыжок зажимаешь. Пусти руки, я уже опустил. Спукс. Здесь спуки, говорит. Ты так срёшь, тебе бы хорошо и срочно. К мозгоправу, кстати, да. Зачем? У меня мозг и так справа. А, тут бочки, детекторы, что ли? Да. Ну так вот, он нормальных людей, он и справа, и слева. Так. Что-то мне внутрь здания или что? Я запутался немного. Где там мои objectives? Ивенты. Не, не это. Лок. Behind. Go туда. Так, это было. Локшток. Говна пусто. Да, зайди в здание незамеченным. Ну а что, через вентиляцию типа нельзя? Хотя, сейчас есть идея такая, то что я в солдата превращусь какого-нибудь. Да я уже сам догадался, Алекс, ты гений, подсказывает мне то, что я вот только что вот сам понял, как делать. Я это ты? А теперь сваливаем, чтобы преследование кончилось. Мне нужен кто-то с ранком. Цараться из этого, что ли? Да, из геймпада. И причем геймпад-то под столом держу специально. Это на самом деле полиция прослушивает, чтобы понимать, где Алекс находится, боюсь его. Без палева. Не, ну я точно по стелсаку прохожу эту миссию, не так ли? And the alert. А, окей. Изи. Я просто выбегу из зоны действий. Так, надо искать ключ, ебаный. И тот же чувак, которого только что сожрал, такой спокойно идет обратно на базу. Без палева. Мне интересно, как он, конечно, делает реплику их одежды там получается и так далее. Мясная одежда, да. Мясная одежда. Блять, фу! Я вспомнил эпизод из Лос Парка, где они рак яиц себе специально делали, чтобы марихуану курить можно было. И потом им ампутировали эти яйца там это. И из мошонки они шубы там своим женам сделали. Потому что я растянул, у них были яйца размером просто там, блин, с пуфики. Они на них реально прыгали. Ну здравствуй, каннибал Лектор. А, ты не каннибал. Ты Элизабет Грин какая-то. У тебя кетчуп на щеке. Но мясные стены. Я начинаю верить в твою теорию про мясную одежду. Она показывает мне свои воспоминания. Блять. Переулок. Я даже не понял, под деревьями что ли она стояла? Ну они тут по всей дороге тусуются.
Да. Переулок Кончаний, блядь. Блядь, какая ужасная JPEG-картинка вместо города. Не, ну фу! 2007 же, уже графон позволял больше. Как я тут пробегал? Падал спиной вниз, упал все равно на колено. Круто. Поглотил чувака, у него в воспоминаниях сортира, блин, из армии. Ну да. Жиза. Всю службу драйв толчки, блин. Ну да. Так. Ой, I died. Первая смерть. Такие крики. Так, я понял. Тут можно не переживать, что враг за тобой перестанет бежать. Страшно тебе. Ну так. Страшно. Маленькая девочка посреди ебучей улицы ночи. Страшно бежать дальше на опять. О, базуки. Не руки, но... Я кушаю тебя. Fucking retard. Да. О, когти, заебись. Нет. Так, ладно, пойду на охоту. Давай. Напяливай давай медведи костюм уже. Ладно, давайте. На, давай. Окей. Не, так мне нужно покушать. Солдатики, идите сюда.
Фак. Ну, блядь, жопа начинается, я понял. Нет, да в какого хрена, блин, я его кушать собирался. Так, есть мнение, иди нахер, я беру базуку. Не об эту хуйню, так как в другую сломался, блин. Проработанный главный персонаж. Они приходят, я их убиваю. Нет. Не надо! Бля, а где тот, которого почти добил? А, вон он. Пизда красноглазая, бля, всё-таки увязалась за мной, нахуй. Говно собачье. Звучит печально. Бля, я уже могу интересно пойти прокачать? Нет. Сука, какая тупость. Когда они тебя зажимают с четырех сторон, да. Это как-то гэнг-бэнг уже. Вы мои хилки, отстаньте. Шух. Не, управление просто говно. Жесть. Кусок пазла нашел перед тем, как умереть. Град. Охуенно. Сколько их у меня уже, кстати. Если верить инвентарю, то, наверное, осталось где-то ту часть.
автоматы помогут. Нет. Камера с говна просто. Блин, нечестно, хотел у него кинуть этот шкаф, блин. Ты его подцепил. Ничего не вижу. Класс просто. Первый же замес такой-то и просто рвет жопу. Представь, что дальше будет. Угу. Надеюсь, дальше я вкачанный буду получше. Надеюсь. Ну да. Кушай. Ай, блядь, откуда ты вылез, ёптвою мать? Он тебе не скажет. Я понял, что он пиздит. Так, тут базутчики сидят наверху, оказывается, все, я понял. Так. Игра, прекращай тупить. О, чекпоинт. Достиг. Пидор все равно за мной. Скриптован. Где еще один остался? А, окей. Всех жарвал. Ох, как дом рушится, хуёво.
Блять, это реально было плохо. Crossing the T. Т-вирус, да? Вон. Чувак. Нет, стой, не стреляй мне из базуки, я тебя кушать буду. Да-да, ивенты, круто, я понял. Тек, апгрейдики, посмотрим сейчас. Опять вылез из ниоткуда. Заткнитесь. Клавомышь, она еще хуже по-любому управляется. Почему-то мне так кажется. Не знаю, я не запомнил. Мне вот интересно, в этой игре, в которой Морган хуярит, они там как прячутся от зверей, это в кустах или что они там делают? Один приманкой выступает. Могут там завалить надо, наоборот. Угу. Так там две команды соревнуются, короче. А, типа кто больше дичи достанет, что ли? Ну там монстры, зомби, демоны, вот это все. Вот. А, я думал, то, что там обычная охота. И они еще с друг другом там стреляют. Ну вообще. Ну чё, золото взял сразу с первого прыжка. Event complete. О, да, я сразу золото взял, круто. Я пока карту вижу, или это просто звук был какой-то такой? Ну, это когда карту выбирает. А. Я смотрю, блин, тут бы не помешали обозначения, типа, с точками сохранения, что-нибудь такое. А, ну это да. Потому что бегаю мимо, блядь, чего-то. Потом мне надо
облегчил бы хотя бы дорогу до этого ебаного места. Хочу этот видеоклип сохранить. Я просто как через толпу бегу эту, блядь. Да знаю, как редактором этим пользоваться, блядь. Как от меня убегает, блядь. Не знаю. А это, детектив, блядь, правильный вопрос. Ты дурная сука. А, понял. Ничего ты не понял, да? Почему-то в основном в играх этих с открытым миром в Нью-Йорке они чаще всего осенний Нью-Йорк показывают. Хуй знает, нравится он им так что ли так.
А, привет, Литл. А мы тут манту балуемся. Я не Бэтмен. У Бэтмена нет спецспособностей. Так, и что у нас тут за миссия будет? Рампейдж какой-нибудь устроить? О, синие шарики. Хочу синие шарики. А, ты что-то знаешь. Мы тебя съедим. Привет, Саша Токаренко. Интересно, какой бы в итоге получилась бы игра про Человека-паука, ну, если бы они не завернули ее, из нее бы прототайп бы не получился. Тоже говно, наверное. Типа третьего. Бля, третий это самый пиздец, наверное. I'm going to die! Там прикольно смонтировали в свое время, как Хэви Рейни баб пытается из горящего здания выбраться, и Человек-паук типа летит ее спасать. Убивать будем, значит. Кого убивать-то? Всех, что ли? А, вот, прут. Здорово! Ты Литл играл в прототайп? Серебро. Ну ладно. 28. А я сколько убил? 27. Ну давайте попробуем еще раз, хули. Так мне убирать граждан... убирать, блин, убивать гражданских элементов надо. А, они не количество... Бля, как они тогда... Странно, короче, хуйня. Типа тут очки есть, а вот количество людей, которых я убил, а там нужно сколько-то их убивать, чтобы одно очко получить, оказывается. Блять, я, возможно, сейчас пожалею, конечно. Но? У меня соль еще есть, типа. А. А, она замедляет. Окей. А, все, понял. Вижу. На эту тварь она не действует. Так, где...
Блин, они как будто бабок вырезали из игры. Дайте мне бабули какую-то. Их в Азидовск перенесли. Там шарик синий, надо взять. Ага, чувак со знаниями. Ням-ням-ням. Ну, не скажу, что второй прототип покажет намного лучше первого. Ну, нет, он получше, но, блядь, все равно кривое говно. Что я, в принципе, не понял. Нормальный камень, если кинуть его духу, можно, чтобы он среагировал. А как он среагирует? Ну, вот, написано. Could be useful. Типа, может быть полезным. Полезным? А, ну... Или бесполезным. Да. Так, нормальный, обычный камень, если кинуть его, то духи могут там, типа, на него отвлечься, это может быть полезным. Блин, это комментарий разработчика, так. Разработчик камня. Камень может содержать сперму, может и нет. Открывай рот. А, реально. Блять, это было бесполезно. Я прорывался сюда, чтобы, блять, взять еще один камень. Заеби. Отлично. Зато у тебя теперь два камня. Ну да, можно теперь. В Майами уехать. Почему в Майами? Потому что наверняка там спидорасит. А, ну да. Наш самолет спидорасит. А, ну все, пожары начинаются. Первый признак того, что черные бунтуют. Ну да, с Андреем все предсказали. Ну, там уж тоже это была отсылка к реальным событиям в Лос-Анджелесе 90 какого-то года. Там тоже какого-то копа оправдали, в общем, и черные устроили погромы, которые там чуть ли не неделю длились. Как сейчас, скажешь? Ну да. Так. Ну это пиздец, конечно, так вот. Хотя, чтобы с ними как с людьми это обращались, а ведут все как стадо обезьян ебаных. Ну да. Ну и не только черные, там и белые под шумок это ведь приперлись. Ну и на подсохе. Ну да. Бля, почему они тогда любили очень делать реально вот эти вот заставки, когда ты флешбеки какие-то видишь, а это дергающиеся какие-то фотографии, либо статичные кадры, блин. Ага. И все трясется просто пиздец. Когда не было денег. Угу. Тут даже настоящие фотографии, не графон из игры есть часто.
совсем на отъебись игру делали. Нахуя вторую часть делали тогда, спрашивается. Там тоже не особо как-то они блескали прям. По сути, они, наверное, сделали вторую, как то, что должно было из себя первую представлять. Если бы она нормальная была. Но все равно плачевно звучит. Вторая часть, я, кстати, даже не знаю, это спустя какое время появилась вообще. Там прилично, по-моему, год 4, наверное. Фига себе. Чем они, блядь, занимались эти 4 года? Не знаю. Будем ждать, не начнем разработку, пока нам не скажут, мы про Человека-паука игру делаем или нет. Наверное, то, что есть Густав Цушима, который делал. Так, еще не за угол спрятался, да? Хоба, я солдат. Мне можно, я солдат. Но мне нужен солдат рангом повыше. Вот ты, например, иди сюда. Стелс во все края вообще. Не, ну рейдис работал, хули. Даже... тревогу не вызвал, вот, господи, забыл. Алярм не поднял, что ты сказал. Чувака сожрал, и теперь я хакером стал. Ай, блядь, врезался, сука, в дерево, блядь. Ёбаная пала. Пиздец. Говорят, удар в соус. Как туда забрался? Гуфы. Да я что, всех убил, что ли? Ой-ой-ой. Грузовиком чуваков нет. Ну вот это прикольно, блин. Так, чё там? Спасибо его за 10 рублей. Блин, я же... ну ладно. А, это я типа всех военных вынес, окей, круто. Такой звук, как будто в GTA Vice City радио полиции слушаешь.
А, теперь танками, что ли, управлять могу. Отойди, не видишь, дядя на танк идет. На. Так ли пытаюсь это сделать, может как-то по-другому что-то. Так они туда едут. Кто тут? Люди, апу? Ага. Да. Здорово. Так, сейчас. Четверка ему. Фантастическая, нахуй. Охуенная. Я сейчас в игру играю по фантастической четверке. За факела играешь, да? За черного. Ага, в танке. Угу. Ой, блядь, как я его согрел вообще, блядь. Хуй, блядь. Не, я лалей буду смотреть. До меня тут смертоубийство. Блять, я вообще не понимаю, в этой игре они как-то странно сделали, что тебя убивают просто, блять, в секунду из нихуя вообще просто. Не дают среагировать типа... вообще, да? Типа да, типа ты просто идешь, ничего не делаешь, хуяк, блять, юдиед, блять. Чего, блять, почему ты юдиед? Чё, даже не всегда понятно, что на тебя, блять, напал. Что они как-то переборщили, по-моему, с этой внезапностью. Там эти ебаки, от которых ты вчера уворачивался, это ладно, еще полбиты, но сейчас я смотрю, вообще какая-то дичь происходит. Ну да. Сейчас я не могу понять, что мне с той тварью делать там, она на улице. Я в принципе понял ее паттерны, как она движется, там все такое, там можно уворачиваться, но я не понимаю вообще, стоит ли мне этим заниматься. Все равно, ну, все... максимум, что я могу, это попробовать на лестницу убежать и где-то от меня спрятаться, но хуй знает, такая себе затея. Поэтому я и хотел в Solution каких-нибудь посмотреть, правильно ли я вообще делаю, ну, что-то вообще супер простое. Господи, что это за рах печени, блядь? Блядь, ну вот как тут успеть, нахуй? А он... Он туда-сюда бегает? То есть он за тобой не может? Он за мной может. Он за мной бегает. Он сперва на меня нацеливается, берет паузу, а потом с разгона в меня летит, короче. Потом у меня есть немножко времени, чтобы успеть куда-нибудь отойти там. Ну почти как та хуйня, которая вчера была по дороге на силу. Угу. Ну то есть тебе нужно просто как-то по сути это стамину, да, сэкономить как-то. Ну общем, да, как-то, но когда он рядом, она и устанавливается медленнее, и отнимается быстрее, поэтому. Я хуй знает, как там надо экономить. Если бы там еще эти твари не стояли, красноглазые, блядь, я бы еще, может, как-нибудь его там в угол какой-нибудь дозадил, не знаю.
Ну, они специально это делают, что-то начало получаться, и там за углом ёбарь стоит. Слушай, а может тебе надо еще вот эту, блядь, как это, блядь, ложбинку заюзать между зданиями, не? Это может неспроста? Я, по-моему, уже видел такие, мне кажется, это просто нарисовано. Конечно, попробую, но... А ты попробуй туда прям сразу ломануться, чтобы быстренько проверить, вообще туда можно или нельзя. Хотя тебя это и бакса сожжет, тогда, ну хуй знает. Ну в этот раз у тебя прям почти прям вот тех. Ну там пробежка очень длинная получается. Через все это здание, вот через всю длину. Там еще говно стоит с углом, да ну там не стоит. И там главное какую-то хуйню, наверное, подобрать, все, и можно забыть об этом месте. Мне там ключ нужно найти вообще. Пока что игра играется так, это дохуя изичных таких на расслабоне заданий, а потом хуяк жопа рвется, а потом опять. Нет, походу не работает. Блин, надеюсь, то, что скин бабки, это не DLC, окажется, в итоге. Ну, на консолях хуй его знает. Чего-чего? Кого? Да, тут это, NPC бабулька какая-нибудь, которую можно сожрать и превратиться в нее. Я просто пока так и не нашел ее. Поищи в очереди какую-нибудь. А, ну да, точно. Маршрутку нужно потрясти. В 2007 же вроде первое вышло. А, в 2009 даже. Нихуя себе, ну это очень плохо тогда. Для 2007 еще сидел, так я думал, ну окей, типа норма, она 2009 оказывается. Не, это уже жопа тогда. В 15-м ее портировали, получается. Так. А прототип второй, когда? 13-м что ли вышел, получается? В 12-м. Окей. А. Да, в 12-м. Анонс в 2010-м был. Блять, ну. Грустно. Вот реально просто для сравнения взять Infamous, как первая и вторая части отличаются, и эти не особо друг от друга далеко ушли. Играл Киви в это говно? В какое? В прототайп. А, не-не. Да я сразу понял, что это типа, блядь, как Infamous, только более скучное и такое себе. Зачем? Угу. Хотя, конечно, ну, блин, не знаю, просто в первом Infamous как-то, он тоже, конечно, типа, вот если на нее так посмотреть объективно, ну, игра не шедевр вообще ни разу. Не, ни разу, она просто сюжетом там... норм цепляет. Да, да, вот именно как бы за счет сеттинга и сюжета, и визуальной составляющей, как бы, которая такая, типа, под комикс, что ли, сделана, или как, ну, как-то. Ну, такие так... есть, да, там вот. Же заставки эти даже. Ну да, да, да. То есть она в целом воспринимается очень так цельно и прикольно. Типа, как будто такой прям. Играешь в такую супергероику, такую себе, как бы, да. Ну да. Ну, по прототайпам как-то даже внешне-то выглядит как-то так, типа, ну. Типа. Ну, он блеклый да. Очень. Я вот у него даже это. Как он, контрастность, что ли, или как она называется, еще глядя.
Ну, выкрутил на максимум, потому что иначе она просто серая, пиздец. Uh-huh. На гамму, гамму точнее, выкрутил на полную. Да она пиздец вообще. Знаешь, у меня в свое время у Мэдисон посмотрел обзор на нее и такой, типа, ну, ладно. А я не помнил даже, что он обзор делал на нее. Ну, делал, да. Окей. Ну, он там еще это, людей-то все время все кидал там в стены, там что-то. Да. Ну, да я как бы с этого обзора понял, что это единственное, чем эта игра прикольная, что типа можно кидать людей в стены. И такой, типа, ну ладно. Если это все, что мне игра может предложить, то ну и нахер. Если даже не помню, честно говоря, когда этот обзор увидел, я играл тогда в Infamous вообще, или еще даже нет. Mm-hmm. Мне кажется, играл. Ну, это вообще такой случайный проект получился, ведь на самом деле. Что-то изначально собирались сделать игру про Человека-паука же. Mm. Проект свернули, и они из наработок вот эту вот штуку сделали. Именно что из наработок. Так, здрасте. Этот у вас ученых пришел кушать. Да куда ты полетел, дурак? А, в смысле, Defenders один из двоих убит, я же об... А, в пизду вас просто. Один хуй, платину дрочить не буду. Там просто вот эти ебучие ачивки, типа, пройди игру ни разу не умерев. Тони Монтана в свое время, помню, в этом. Alien Isolation-то выбил платину, негодяй. А там есть такая ачивка. Поскольку там стелс, то я точно никогда на платину не задрачу. О, нашел ключ. На, аллилуйя, блядь. 9 на 16. А что тебя убило, блин? Там вообще что-то на земле шучит? Эти красноглазые уроды, тени еще стоят. Их без фонарика не видно. А. Пиздец. Если я выберусь с этого ебаного завода, то уже час на нем слышно. Злом вообще, блин, насрать. Этот камень. Что я кидаю? Так, фронт гейт кей. О, господи.
бы еще куда его использовать. Такое ощущение, что это уже конец игры где-то, потому что из квестовых предметов только один остался. Хотя... Фига себе, думаешь, хотя... коробка такая? Хотя неисследованных мест еще нормально, так, по городу если посмотреть. Так, Ripon the Factory, Swap the name of the factory. Я даже ума не приложу, куда мне его использовать, потому что, блин, я больше закрытых дверей тут так-то и не встречал. Этот звук из геймпада. Наконец-то я сбросил эту хуйню с крыши. О! Фейталити. Угу. А там окажется то, что это всего лишь твой надуманный страх какой-нибудь. Там окажется твоя сестра. Ну да. Тут собака. Собака, да. Это сын собаки твоей сестры. Чё это? Old Charm. Charm это этот, господи, талисман типа. Сезон сестры и талисман. Угу. Посмотрим, к чему это все приведет. Так, ну, пешим решил Беларусь. А, все сохранение, окей. Найтволкер. Бегу пылище за мной, охуеть просто. Камни летят. Какие-то вещи тут появились. Но... О, что это? Я как будто школьница из аниме 80-х, которая опаздывает там на занятия. Не хватает тоста в зубах. Сюда мне нужно скушать тебе. Сергей Попов, да, Айтакевич. На ютюбе.
А, кстати, ну, наверное, это уже концовка, потому что, в принципе, опа. Не так много места, на самом деле, как я думал. Ой, нет, какой выход. Я на стриме с ним поздоровался, но он свалил оттуда, походу. Он там засветился, это Литл там говорит. Какой нахуй Попов? Вы ёбу дали, блядь? Литл, ты чё там угораешь, что ли, блядь? Правильно, не может, блядь. Попов, блядь. Хуитл, блядь, иди нахуй просто. Долго ты сидел, допирал до этого. Нет, я думал, что может быть какой-нибудь Сергей Попов там тебе в чат пишет, я ли это, блядь. Не, Литл на что-то, я открыл, Попов, блядь. Сергей Попов, это говорит, да. Пошел нахуй, блядь. Попов, блядь. В чем прикол, я что-то не знал. Ну, Кивич Серега, но не Попов, короче. Кто-то, блядь, не может фамилию, блядь, правильно прочитать, блядь. Я вообще не знал, что там написано Попов тогда мечтать или как? Смотри, как Литл написал. Ну неправильно он написал мою фамилию. Вообще даже, блядь, близко не так, блядь, ну пиздец. Ну вот видишь. Ну там зритель какой-то на ютюбе был. Зритель на ютюбе. Я думаю, это, конечно же, ты. Не, ну у Синклера, да, это был я тоже видел там Литла, но я с ним не поздоровался, блядь, потому что я знал, что он мою фамилию, блядь, исковеркает, блядь, неправильно читает. Хули мне с таким человеком здороваться? Не, а вдруг там реально какой-то Сергей Попов приходил? Ну, тогда и он нахуй пошел, блядь, я не знаю. Пришел тут, блядь, Попов какой-то, блядь. Попов любит котов. Погоди, что? Ну что, different. Так, Jesus ты чё? А, переместиться к другой статуе такой. Это чё, тут типа... Телепорт типа. Ага, забавно. Fast travel открылся. Так, опять тут Харри в доме, который ничего не даёт. Блин, за сколько еще этих ёбочек, бочек хотел сказать. Ёбаных бочек. Блин, странно то, что Алекс вот этот Мерсер или как его там фамилия, ага. Не помню. Короче, это не может одновременно быть в облике другого человека и использовать свои когти там и так далее. Ну это да, странно. Вообще так мигнуло. Да как он упорно бежит по стене, ну это ж просто пиздец. Да, просто, блядь, слушай, я тебе покажу это, как миссия это закончится, я тебе покажу другую анимацию, у него забавная. Просто, блядь, его просто, блядь, видно, что его протаскивает по стене, блядь, неважно, да, что да, там да. На ней, пиздец. Ну, знаешь, они, чтобы это все закрасить еще, это такое ощущение и чувство, ну, и поэтому дохуя пыли под ногами ему и сделали, короче. А, я понял, к какому туннелю мне надо, который, с которого игра началась. Ага. Коллега. Блин, как вот реально долгая, нудная миссия, она не сложная нихуя, она очень скучная. Так, волосатый конец. Ох, блядь, медуза какая-то ёбаная, внезапно.
О, нужен Спанч Боб. Призывай фантома Спанч Боба. Он как Солер такой придет. Видишь, Медоуз такой. Какая же она серая. Ох, второй заход ливня пошел. Кстати, да. А, у тебя тоже? Мумия, наверное. У меня так крапает пока. Не, у нас прям пиздец опять начался. Заебала погода, блядь. Шо за хуйня? Не, у нас жара прям ебанулась. Ну да. Чуть не охуел сегодня. А, окей, за меня кто-то его расхуярил даже. Ну, приколись, такой бы Человек-паук был. Если бы вот эта игра должна была бы лучше. Бля, я был бы не против, потому что тут можно на танке кататься. Человек-паук в танке, это охуенно. Они, видимо, хотели про Венома делать или про Карнажа какого-нибудь. Ну, скорее всего, да, кстати, очень похоже. Потому что до этого как раз была вот эта вот Web of Shadows у них. Там как раз про симбиотов был замут. Вполне себе могла бы быть. Не, обожди, в смысле, погоди. Это прототип должен был быть Человеком-пауком? Да. Или Инфемус должен быть Человеком-пауком? Прототип. Нет, прототип должен был быть игрой. Да, я говорил. Не, я так говорил, как будто бы я подумал, что это Инфемус должен был быть пауком. Блин, он сейчас вот отвечает. Просто вот, знаешь, настолько тучи, это так позеленело, как будто там Нео где-то с агентом Смитом пиздится, короче, на улице. Освещение такое. Тыщ. Да, блядь. Человек-паук с этой игры был бы, блядь, какой-то мрачный пиздец. Ну вот говорю, как и Анти сейчас сказал, скорее всего, по Веному была бы игра, или, ну, про симбиотов чисто. Ну, типа, да, да. Тогда вообще зашибись. Типа, какой-нибудь очередной отпрыск Венома, пожалуйста, это. У него же их там несколько было. У них там дохуя было. Ну, блядь, да. Вот, блин, это как Пиксель говорит, это коричневая игра, блядь. Она, вот она реально коричневая, блядь. Ну да, сепия. Там буквально вообще пиздец, они что-то, блядь. Вечный закат, как будто. Горели, блин, по сепии, нахера так делаться. Выглядит же как говно, чем им мешало город нормально сделать. А, вон тут валяется генетический материал. Ну давай собирать его в пули. Мя-мя-мя-мя-мя-мя. Бля, ебануться. Так. Только в дереве вертолет застрял. Лол. Повис на ветке. Да вообще, бля, как знаешь, воздушный змей такой. Ну да, он походу вверх пытался улететь, но, блядь, дерево его не пустило в небо. Ну такая, не путю. Грустно. Хорош, блядь. Ах, анимацию не дал закончить. За это тебя скушу! Так, да... Ребят, блин, отвалите, короче, от меня, заёбали. А что это за хуйня? Блин. Ой, опять начинает. Что ж ты такое-то, ёб твою мать, только отдохнул, блядь. Нет, надо опять насрать. Вот так оно всегда и происходит. Придется там как-то очень заковыристо бежать, надеюсь, я не додумаю всякого говна еще купить, как он останется. А ты будешь проходить невероятного Халка? Который 2003-го там, что ли, года? Да. Но вместе с Enter the Matrix выходил. Нет, 2005-го. Какого?
5-го. А, погоди, а какой? Incredible Hulk Ultimate Destruction. А, что-то не помню такое. А вот, блять, от тех же разработчиков. Так что прям надо, я считаю. Блин. Сравнить. А тех же что, делали прототип, что ли? Или... Ага. Блять. Да. На PlayStation 2, GameCube и Xbox. Прям такой это. Не, да. не пикашный эксклюзивчик, понимаешь? Ну, вообще не выходило, смотрю на ПК. Ну да, ну не да. Пикашный. А, да. Ну да. Блять, что происходит? Она просто врезается. Так, танк. О, тут еще рука, блять, с глазом. Давайте, жрите друг друга, заебали. Бум. Да блин, ты в этот. Вот. Ты дыдыдыщ, блядь. Они там ебутся, он прошел. Падая с неба. Блять, он летать умеет, что? Ну он парит, типа, да. Не-не-не, Халк я имею в виду, я сейчас смотрю геймплей. Халка, блять, он, да, он тоже такой, типа, это, как сказать... Ну не, парит не... между стенами, ну не стенами, домами. Так, тип... да? Ну типа, да, они... Блять, это так странно. Блять, это охуенный удар, блять. Сука, это просто, блядь, божественная анимация, блядь. Сука, блин, ну не соблазняй, блядь, я же сяду играть в неё. Блядь, он просто, блядь, о, господи, это так, блядь, это... Не, неописуемо. Это неописуемо, да, это, ну, то есть, если это попытаться рассказать, это не так интересно, как это, сука, выглядит. Я представь, как в это еще поиграть. Там анимация такая прям, блядь, знаешь, типа, сценка в 3D-редакторе, блядь, типа, там физика-хуизика, что это такое, мы не знаем, блядь. А, просто... ну вообще отлично. Хардкор такой, блядь. Блядь. Да. Не, слушай, тебе надо поиграть, я считаю. Это... Не, ну прям вот видно, что это, блядь, прототип прототипа, блядь, это вот, вот, да, оттуда все уши, блядь, росли. А что за... Погоди, а что за Джеймс Кэмерон с Dark Angel от них же? Dark Angel? Что за Dark Angel? А, это какая-то баба? Чего? Что? Темный ангел Джеймса Кэмерона. Погоди, что за темный ангел? Я только одного темного. Хотя нет, ангел тьмы с Дольфом Лундгреном. Ну я понял, да, а нет. А есть Наталья Орейро, блин. Это про какую-то бабу. Это какая-то баба, и она такая типа оп-оп. И что, она делает кунг-фу? Да, она делает кунг-фу. А что это такое вообще? Стелс, какой-то стелс кунг-фу? Стелс сразу не ко мне. Прикинь, стелс за Халка, блядь. Блядь, это было бы круто. Морган говорил то, что про Халка, там вот эта игра, там какая-то есть, там типа тупорылые миссии стелсовые за Брюса Бэннера. Халк, Халк. А прикинь, если бы Брюс Бэннер в Халка бы превращался, не то что он злится, он бы, ну, он бы злился, и потом анимация была бы как у Сейлор Мун какой-нибудь. Вместо того, чтобы на нем одежда менялась, она тупо на нем рвется. Бля, это великолепно. Блин, кажется, в Джо-Джо что-то такое было. Я не удивлюсь. Так, это как фейл мне засчитается, или я все-таки собрал нужное количество-то говна? Mission fail, fuck you, блин! О, вор, ты в Дискорд я скинул, ткни, пока у тебя там Mission fail, блять. Просто узри это самолетное безумие, блять. У меня, походу, Дискорд на второй монитор улетел просто сейчас, я вот. А, у меня из того, что я трансляцию веду, может. А, нет. Так, ну-ка, о господи. Просто, блядь, анимация прям...
А, ну ух, ё, блин, как он с этим самолетом вниз. Оценил, да, просто, блин. Да. Так кручу-верчу, блядь. Он реально прячется в этом грузовике, типа. Это Solid Snake, блядь. Solid Hulk, блядь. Solid Hulk, да, только вместо, блин, коробки у него грузовик на голове, охуенно. Сейчас супер. Так. А сколько уже стрелять? Блин, там такое дождище, хочется пойти покурить, жалко, на общем балконе этого нет. Козырька, блядь. Слушай, так они 2003-го Халка делали, что-то я проебал момент в списке. Да, короче, ну, они вообще... Значит, они его делали, окей. И одного Халка, и второго Халка. Ага. Вообще. И на Халка. И Симпсонов Hit and Run тоже они делали. Ну блин, ну неудивительно, что у них столько вполне себе пососных проектов, их просто заставили делать все на свете. Ой, а чё, серьезно? Они делали Бивиса и Батхеда на Сегу, это они же делали? А, да, кстати, да, точно. Блин, мощно. Я про это говорил у себя в этом обзоре даже. Походу после этой игры у них что-то пошло и не так, короче. Они заебались потом про Человека-паука в общем игры делать. А где у них про Человека-паука игры? У них ни одной игры. Разве не у них? Нет. У них лишь про Халка, у них две игры про Халка. Значит, есть другая какая-то контора еще, которая делала тоже игру по Бивису и Батхеду. Это они Человека-паука этого делали, которые против Кингпина. А, ну это, наверное, какие-то другие. Ай, блядь, ух, нахуй, не видно, блядь, не говно. Они делали игру Bloodlines. Просто Bloodlines? Просто Bloodlines. Ох ты ж, ёграф. Какие чехи, блядь. Блять, геймплей-то где, ёпта? 6 минут, блять, ролика, где геймплей? А, блять, что? Какое странное дерьмо. Понятно. Нет. Как они прожили столько лет, я не понимаю. Они делали какую-то шляпу странную. Слушай, а Enter the Matrix кто делал, я уже забыл. Блять, я не помню. Не триарх какие-нибудь там. А не какая-нибудь Warner-овская студия там в стороне? Ну, Warner там точно, это я помню, логотип, естественно, в начале этот. Ну это понятно, ну. Блять. Ту-ту-ру-ту-ру, там какая-то. Пауков делали, блять, это. Привет. На Warner они при чем, блядь. Да. А, Шайни делал. Точно, Шайни. Че, последняя игра нибудь какая-нибудь была, что в таком духе? Они ж это, того. Нет, смотри-ка, не последняя. Golden Compass какой-то. А не они же потом... Что такое-то, блядь? Они... Напугал. Блять, меня преследовать, уроды. Видимо, они меня собрались прям
На последнем отрезке подзаебать конкретно. Моё! Чакиевич, вот смотри, какая анимация у него, когда он прыгать собирается. Типа заряд прыжка. Я вот так на толкане сижу обычно. Странная поза, ладно. Я знаю. Поэтому так сижу. Так, это что, я тут Demolition Man'ом, что ли, буду? Как прикажете мимо этого говна бежать? Чуть-чуть заходишь за мизинец и все, ну блин, товарищ. Чё, блин, не так с этими, блин, расстановка противника. Факт, ну нечестно, я из-за того, что угонял танк, который выезжал из зоны действия миссии, блять, я выехал из зоны действия миссии. Сейчас что произошло? Просто решил, блин, давайте нас. Загнал нахрен. А? Yeah.
сразу на золото. Ей. Кажется, пришел. О. Ой, блядь, еще одна золото. Сестра, блядь. Утку мне. Куча рук, блядь. Мастурбаторов. Куча сейчас. С домом, брат, что ли? Ну да. Купил до дома. Такой ты догадливый. Там. Ох, хлыст, а могу теперь шлепать. И он, небось, он свалил. Не будет он смотреть, как я в прототип гоняю. Ай, блядь. Уебался, говорят. Ай. И что это, блядь, за контрольная точка? Охуенная. Как всегда, да? Что ли? Пидорас. Ну да, там какие-то бабы вокруг лица этого. Mm-hmm. Ну вообще из людей сделан же. А тут одна концовка, кстати. Наверное, хуй его знает. Let's go home. Томми Вайсо, что ли, писал? Кстати, а как плавать умеет, вот он выпрыгивает из гребаной воды, как будто она резиновая. Окей. Тут Харри в туннеле. Че, мне еще и домой везти? Никто.
кто-то башку проломил. Так темно. Словно полночь. А там озвучено, на кстати? Не. А, окей. Ой, ну ДНК-то я получил, а что дальше? Блять, нужно кого-то замочить. Странная концовка. Сюжет 10-10. Он для титров, что ли, это? А, окей. Посмотрим потом. Тут все камеры. Сейчас кажется, что это плохая концовка. Ну, я бы не назвал ее хорошей, потому что, блин, собака умерла, а сестра хуй его знает, мы там что-то с проломанной башкой оказались. Да не, вроде все хорошо, хэппи-энд. Вон кот, заебись. Нахуй на такие мэнные бухуи делали. Херово пойди. Это инди вообще она, да? Хуй знает, наверное. Но она вышла изначально на Вите, а потом вот тут. А, ну на Вите все равно не дешать надо было дохуя. Наверное. У японцев такое трудное понятие, там разделить. Вот так-то да. Индии и трипл-эй. Сначала они делают какой-нибудь трипл-эй проект, а потом игру для Tiger Electronic Games. О, мультик еще. Куда мы? А, это сестра, я думаю, куда бант пропал, бля. Он у меня что-то повязка на глазу. А, мы к могиле собаки. А я думал, ты кладбище домашних животных начнется, бля. Сейчас он тебе скажет, закрой глаза. Да так, сестра, в прошлый раз это хуёво кончилось, давай не надо. Так, и чё? Ну да, всё-таки концовка хорошая, видимо, тут другой нет. На. Окей, ладно, тогда скругляюсь.